Дорогие друзья, вас приветствует Галина Конышева. Продолжение темы Перова – это то, что стихи о Пероле, о том, что пишут на заборе, видите, как уже хорошо рифмуется. Это то, что нам пытаются втюхать, впарить, навешать на мозги, опять поставить, извините меня, стойло, надеть на всех маски. Все это вот опять ребята хотят повторить. Им очень это понравилось. Вот, но поскольку мы выяснили, что слово «Перола», которое это новый, страшный, 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 просто по-португальски это означает грязное ругательство, это мужской половой член. И вот народное творчество тут же поспело. У нас очень талантливый народ с чувством юмора. Хочу зачитать вам эти стихи, потому что благодаря этому творчеству, благодаря тому, что мы как бы переименовываем, начинаем играть с этими ситуациями, с этими понятиями, выводим себя из состояния страхов, которые нас упорно хотят затащить, в состояние страха, безнадежности, тревоги. Это их стиль, они этим занимаются полностью. Я вам потом сделаю еще отдельный сюжет по тому, как они разрисовывают город. Это именно состояние тревоги. А в состоянии тревоги человек очень уязвим с точки зрения внушения. Это знают все психологи. То есть здесь нет никаких сюрпризов. Здесь все известно, по большому счету. Если чуть-чуть подумать, что и как оформление города идет, как это все СМИ, это все орут, переводят, как они нагнетают ситуацию, особенно как по команде, как будто включают, и они начинают орать, визжать по телевизору одновременно. Это все идет атака на психику человека, идет психическая агрессия и насилие со стороны СМИ и тех, кто заряжает их деньгами, тех, кто хочет подчинить себе народ. Но они это называют население, они это называют физлицы, они это называют лишние люди. Ну вот давайте стихи почитаем. ВОЗ задумал, что Перола всех под Новый год порола, чтоб валялись все в постели и Перолою болели. Не учел навоз вонючий, что народ уже научен, и не хочет больше люд никаких заморских блюд. Есть у нас закон такой, коль ты ковидом больной, или вдруг поймал Перолу, чтоб вас в гроб не запорола, на палатях не лежи, в гастроном скорее бежи, покупай бутылку водки, к ней лучок и хвост селедки, баньку живо растопи, кума в баньку пригласи, кума нет, куму позвать и Перолой погонять. После этой процедуры не найдется больше дуры, чтоб Перолой зовется и как грипп передается. Улетит она назад и вонзится возу взад, пусть там ею заболеют и от злости околеют. Все, да? Да. Вот такие роскошные стихи. Поздравляю. Не знаю, здесь непонятно, кто автор. Но автор молодец. Однозначно молодец. Браво автору от меня. И всех вам благ. Не болейте. Повышайте свое настроение. Смотрите хорошие советские фильмы. Думайте о хорошем. Планируйте свою жизнь на будущее. Счастливое. Счастливое. Замечательное, светлое будущее, и это все будет сбываться. С вами была Галина Конышева. До свидания. Всего вам доброго.